В Амурском районе началась пора, когда во всех школах звенят последние звонки для выпускников. Пусть впереди еще экзамены, но последний звонок – это самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. В этом году выпускается 268 выпускников 11 классов. Спасибо родителям за понимание, за терпение. Спасибо нашим выпускникам 11 классов за осознанное отношение к учебе. Дорогие выпускники! Вы молоды, полны сил и энергии. У вас все впереди. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи в осуществлении всех ваших планов, решительности. Не останавливайтесь на достигнутых результатах. В первую очередь я вам желаю успешно сдать единый государственный экзамен, который поможет вам определиться с вашей будущей профессии. Не останавливайтесь на достигнутом, идите всегда вперед. В добрый путь, дорогие наши выпускники. Также ко всем выпускникам обращается начальник управления образования администрации Амурского района Сиденкова Наталья Егоровна. Для вас закончился большой школьный путь. Впереди вас ждут экзамены. И, конечно же, много новых интересных и вступления во взрослую жизнь. Чтобы быть успешным в современном мире, нужно учиться на протяжении всей жизни. А это значит, что вы можете применить все знания, полученные в школе, в своей взрослой жизни. Никогда не забывайте тех, кто делился с вами знаниями, опытом и любовью ко всему, что вас окружает. Я хочу пожелать удачи в выпускных экзаменах и, конечно же, в правильном выборе своей профессии. Здоровья вам, удачи, благополучия и с гордостью несите звание «Выпускник Амурского муниципального района». Слово «последний» у всех без исключения вызывает определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые напутствия. Последний звонок – символ окончания прекрасной школьной поры. И этот праздник должен остаться в памяти выпускников навсегда. Да, повзрослели наши первоклашки. От всей души поздравляю вас с последним звонком и ваших родителей также. Жизнь вам даст новых учителей. Пусть они не будут излишне к вам строги, и пусть жизнь к вам будет добрей. Я хочу, чтобы сердца ваши оставались чистыми и жили вы с детской душой. Всего вам наилучшего и сбывания вашей мечты. Путь добрый. А что же выпускники? В этот день, особенно стеснительный и печальный, на прощание они сказали трепетные слова своим учителям, пели, дарили подарки и цветы. Благодарность не обошла ни одного сотрудника школы, пусть и шуточно, но с добром. Дети говорили спасибо за работу и за заботу всем, кто эти года стал им родным. Прощались с любимой школой, которая столько лет была их вторым домом. Самый трогательный и волнующий момент, когда выпускников поздравляли самые дорогие и родные – родители. Как же так получается, все когда-то кончается, не для вас прозвенит уже первый школьный звонок. Аттестаты получены, планы самые лучшие, и остался для вас еще лишь последний рывок. Оставляю себе
Незабываемый, волнующий момент жизни каждого человека – это окончание школы. Завершилось милое и беззаботное детство. Этот светлый, трогательный и столь запоминающийся праздник, окутанный легкой пеленой грусти, останется в их жизни навсегда. А в завершении выпускники станцевали прощальный школьный вальс. Сегодня ребята еще раз показали всем свои удивительные творческие способности. Танцевали, пели, шутили. Слезы и улыбки, боли расставания с любимой школой и радость перед новыми открытиями. Благодарность и доброта царили сегодня. Очень волнительно, если честно. Мы до сих пор не можем осознать, что все, что теперь это конец и только будущее. Никакой школы. Очень страшно. Немного грустно от того, что все-таки это последний звонок. И это последний раз, когда ты приходишь в школу, это последний раз, когда ты слышишь трель этого звонка, а с другой стороны радостно, что скоро взрослая жизнь. Да, я согласна с Ромой, вроде бы с одной стороны прям так весело во взрослую жизнь входим, а так грустно, что со школы расстаемся, привыкли к своим учителям, вот. Сплакнули? Немного. Да, вот. Было такое. Вот честно, я как... Когда уже после финальной песни я шел, я еле сдерживался. Это очень эмоционально. Впереди взрослая самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. И первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят наступает серьезная пора – экзамены. Ни пуха, ни пера нашим замечательным выпускникам.